Bonjour, chers amis. Je vois déjà Olga, je vois Anastasia, je vois Julia. Voilà, génial. C'est super. Euh, moi aussi, je suis super contente. Voilà, on commence. C'est notre nouveau euh, cours. C'est le niveau euh, A1, A2-1. Voilà. C'est-à-dire, c'est la première partie. Bonjour, Ludmila. Et on va voir dans cette partie. 36 cours. Alors, ce que je vais vous dire sur le cycle, ça va être difficile si vous n'avez pas étudié avec moi le A1, parce que c'est la continuation du niveau A1. То есть, если вы со мной А1 не изучали, вам может быть сложно, потому что А1 был насыщенным. Я не знаю, кто, кстати, здесь был насыщенным. У нас на первом курсе, скажите, пожалуйста, напишите, потому что вот только была, потому что он как раз-таки логичным продолжением является. А один зачастую не такие насыщенные курсы. У нас он был насыщенным, и именно поэтому многие сдали на даже те, кто дель сдавал и какие-то еще тесты проходили. У них у кого был А2, у кого Б1. То есть, но это не считается, потому что программа есть. Именно вот это, и она одна в данном случае, и мы на нее ориентируемся. Если очень сложно, идите на А1, быстро проходите его, там повторите какие-то вещи, какие-то вещи, которые будут для вас слишком легкие. Вы просто там тогда плюсики ставьте, все задания выполняйте, если это действительно легко. Если это сложно, то учите, потому что на обычных курсах А1, в учебниках и так далее не уделяют столько времени некоторым деталям, которым уделяли мы внимание. Не потому, что какие-то плохие варианты и так далее. Просто невозможно иногда учеников, которые занимаются в группе физически, заставить только заниматься. А я тут могу делать и творить все, что угодно, потому что мы с вами на расстоянии находимся, и это онлайн-курс, хотите занимайтесь, не хотите, не занимайтесь. То есть я могу сделать 300 уроков, могу сделать 400, а уже ваша задача, проходить их или нет. Так что вот тут такое парадоксальное отсутствие свободы на уроках французского языка. Валя, voilà. вы только что тесты сделали. Кстати, кто не проходил А1, все равно попытайтесь что-то пройти, хотя бы тесты. Каждые 12 уроков там есть тесты. Здесь тоже будут каждые 12 уроков тесты. И вы, ориентируясь на эти тесты, поймете, насколько хорошо вы, в принципе, усвоили материал уровня А1. D'accord, On y va, on va voir. Tout d'abord, je vais vous parler du cours. Alors, nous allons avoir 12 textes. 12 текстов у нас будет. Эти тексты будут отличными от текстов, которые у нас были на предыдущем, на предыдущем уровне А2. Этот А2 – это, по-моему, уже четвертый поток. И первые три они были похожи, вот этот будет не очень похож на них, и там материал очень часто пересекался, здесь на 90% материал будет новым, потому что у нас новые технические возможности появились с упражнениями и так далее, и опыт тоже свое берет. Так что у нас будет опять три текста, три гран вот этих вот теста, каждые 12 уроков, поскольку уроков 36, то есть три. Ритм. Ритм вы выбираете сами свой, Конечно же, те, кто занимаются у нас сейчас онлайн, старайтесь успевать за мной, потому что так веселее вы будете задавать свои вопросы. Очень прошу быть активными, писать мне максимально. Даже если вы чуть-чуть опаздываете, пишите в комментариях, там будут читать и мне передавать. Почему? Потому что вдруг вам что-то будет не нравиться, вдруг вам что-то будет не подходить, вдруг вы хотите чего-то дополнительного и так далее. Мы это можем добавить, если этого еще нет. Возможно, что это было на предыдущих уровнях, или же это было где-то в других занятиях. Кстати, эти уроки будут короче, чем уроки, например, на предыдущих трех потоках А2. Почему? Потому что мы отдель, отдельно сделали марафон, э, марафон по. По секомпозе. Отдельно у нас есть марафон по женскому роду. То есть есть какие-то моменты, в которых я тогда должна была немножко остановиться что-то объяснить дополнительно. Здесь мы на уроки на это время тратить не будем, но зато у вас будет задача пройти тот или иной марафон. Поэтому дальше уровень, как я уже сказала, уровень достаточно серьезный. Это А2. Но зато, когда хорошо вы пройдете, у вас все шансы сдать очень хорошо уровень B1 дельф. Я вам это гарантирую. Если вы все будете делать со мной, вы сдадите уровень B1. Дельф на очень высокий балл. Очень высоким баллом я называю балл, который больше 80. И программу, программу, я надеюсь, что вы уже видели, где-то там повторение, где-то расширение темы. То есть мы, например, проходили с вами местоимения, здесь мы будем их закреплять. По секунд-позе как раз тема сегодняшнего урока и следующих еще двух, мы будем их немножко расширять, эту тему, и точно так же другие какие-то отрицания и так далее, и добавлять новое. Мы будем начинать с маленькой диктации. Как всегда, те, кто не знает, те, кто у нас не учился, мы начинаем с небольшого диктанта. И диктант я решила тоже проверочным таким сделать. Мы будем ревизировать с вами даты. Итак, скажите мне, пожалуйста, не возникают ли у вас проблемы с Скажите, пожалуйста, как у вас с датами? Как вы их на слух воспринимаете? Сейчас я буду диктовать вам, и То есть я буду диктовать вам день, месяц и год, а вы должны это записать просто цифрами, но должны это услышать, расслышать. Анастасия пишет, стоит ли параллельно их проходить, или можно проходить этот курс. Анастасия, если вы не спите, не едите, не работаете, вы можете проходить параллельно два курса, если у вас есть на это время. А так скучно, если вдруг станет, нечего будет делать, делайте два, можете еще какой-нибудь курс параллельно взять. Просто я мне кажется, что они уже достаточно объемными являются, и я не представляю, если бы я сейчас учила какой-то язык в этом же объеме, что я могла бы делать, например, два курса одновременно. Но я не показатель, вот я вот на себя ориентируюсь, а вы, если вам вдруг скучно нечего делать, то, пожалуйста, делайте оба курса. Программы там различаются, темы будут различаться даже по по хронологии, то есть у вас получается будет, euh, может быть, мешаться что-то в голове. Мы бьем. вы так А1 проходили, как я сказала, А1 были похожи, а А2 сейчас отличается. И eh бьем. La première date, la première date, on y va. Le 16 août 1481 не пишите сюда, вы можете просто в чат писать сначала все, по одному не отправляйте, а потом уже сразу все отправите, когда будут все даты. Я по два раза каждую дату повторяю, потом все вместе. Encore une fois, le 16 août 1481. La date de le 14 mai 1561.

Le vingt-cinq décembre mille huit cent quatre-vingt-douze. Le vingt-cinq décembre mille huit cent quatre-vingt-douze. Le trente juillet mille neuf cent soixante-cinq. Le trente juillet.

décembre 1892, le 31 juillet 1965. Et maintenant, vous pouvez envoyer. Voilà, je vois déjà Al qui envoie, mais Al, vous assistez, si c'est Al qui a assisté au niveau euh, B1, niveau B1, 2 et niveau B1, 3, c'est un peu intéressant sur le niveau A2. En fait, c'est vraiment très tôt. Alors, euh, on y va. C'est vous. Voilà. Mais génial. Je lis maintenant ces dates. Vous répétez ces dates après moi. Et après, vous me dites combien de dates vous avez écrit correctement. Nous avons ici six dates. Si vous avez écrit six dates correctement, vous écrivez six sur six. Si vous avez écrit que cinq dates correctement, vous écrivez cinq sur six. Écrivez-moi quel résultat vous avez. On y va. Le 16 août 1481.

я что-то после паузы перестала быть мультиташа, мультифункциональной, и не могу читать одновременно и читать, что вы пишете. Но я привыкла. И вуаля, voilà. ну, практически все, presque «тус» и тут,

Пока вы думаете, о чем я говорю, вспоминаете, хочется сказать, если вдруг у вас сложности, но, ну, скорее всего, сложности у тех, кто не проходил А1, вернитесь на А1, там очень много мы работаем с датами, и в начале курса, и в конце, опять же, повторяю. И можете просто обратить внимание на то, какие даты, какие цифры у вас сложности вызывают. И их дополнительно нужно повторить. Вуаля! Bien. Les dates, Olga пишет. Les dates, quand on parle des dates, on dit le. Все даты начинаются с le. Le 16, le 14, le 21, etc. Года начинаются с тысячи. Вот про года. Всегда ли они начинаются с тысячи? Скажите мне, пожалуйста, что там было нет, вала. Voilà. То, что вы с предлогом говорите месяца, тут про даты и месяца в этом контексте ничего нет. Это когда мы говорим, что он в сентябре, например, родился, там будет «en septembre». Нет, именно с датами. Eh до 20 века. До 20 века обязательно, точнее, нет, после 20 века и 20, вот это 1900 какой-то год, мы обязательно говорим 1900 и так далее. 1965. А до этого вы можете услышать два варианта. Уже редко, но можете это услышать. То есть будут говорить, 400, 14 сотен на английский немножко похож то есть не 1400, а 14 сотен это до 1900 года. И все реже и реже эта тенденция у нас проявляется, но как минимум это возможно. Вала. Voilà. Супер! И смотрите, дата. Мы просто называем число, например, «le 2 septembre», «le 3 septembre», «le 4 septembre» и так далее, кроме первого. Первое мы говорим «le premier». Voilà, все нюансы мы с вами вспомнили из А1. Génial. Et comme toujours, je vais vous parler de quelque chose qui porte sur la civilisation ou sur la géographie, etc. Voilà, ce n'est pas forcément la France, mais quand même. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Wigo? C'est quoi le Wigo? J'ai parlé de Wigo parce que euh, la dernière fois, pendant quelques derniers cours du niveau A1, j'en ai parlé. Jamais, 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 ouigo go. Personne n'a entendu. Si je vous montre une petite photo comme ça, ça vous dit quelque chose C'est un TGV. Je ne connais pas. Voilà. Da TGV no low cost. В 2013 году ТЖВ решила запустить еще одну такую э, линию, которая называется Уиго, и которая является Гранд uh, vitesse». да, но это именно отдельное такое направление, которое очень э, дешевое. В принципе, наверное, в среднем на 50% билеты дешевле стоят на Уиго, чем на ТЖВ. Чем отличаются? Во-первых, сначала про ТЖВ. Но ну, про ТЖВ на уровне А1 рассказывала. Там достаточно большие, дорогие билеты. И еще там зависит от того, в какое время вы купите этот билет, будет стоить цена. То есть не только за какое время. Например, за три месяца билеты будут стоить... Ну, условно, если вы покупаете за три месяца билет э, Паришница, то он будет стоить, к примеру, 70 евро. Если вы покупаете накануне, то он будет стоить 240 евро. Представляете, какая разница? Большая. То есть они вот так вот меняются. Причем в течение дня бывает иногда предложение на какое-то направление. Например, билет в 6 утра парешница сейчас будут цифры совершенно гипотетические, но условно там он стоит, париж парешница в течение дня будет стоить 100 евро в 6 утра например, в 9 часов будет стоить 150 евро, в, например, в 17 будет стоить 200. То есть даже они мало того, что отличаются за то вот, количество времени, за сколько вы покупаете, и еще в течение дня очень цена. Я недавно слушала по этому поводу репортаж, это очень демотивирует людей, они уже не решаются покупать билеты в последний раз, они уже больше пользуются, например, кого тюража, это тоже мы про блокар рассказывали и так далее. Вот. И получилось, что рентабельность ТЖВ падает. И они как раз таки в этом году, в 2021, будут пересматривать свою политику. Может быть, эта политика, когда они хотят заранее продавать билетов как можно больше, они от нее откажутся. Так вот, как э, все равно в 2013 году они решили запустить эти лоукосты. И там очень интересные правила. Например, они не всегда в очень удобное время располагают едут в 5 утра, например, едет поезд это не очень удобно. Во-вторых, нужно за 30 минут появиться заранее в кассе, не на кассе, а на этом Жиблиримо-Люке перроне, на перроне, причем не на перроне, там вот перекрывают так, и нельзя пройти. Когда обычные поезда на ТЖВ, вы заходите, там уже контролер будет на борту проверять, иногда может не проверять, чаще проверяют, конечно. Там нужно компостировать самостоятельно билеты. Здесь билеты даже, кстати, вам не выдадут, их нужно будет распечатать заранее или на приложении, в приложении вот по штрих-коду там его сканировать. Но за 30 минут, в общем, надо вер... прийти туда, вам, у вас эти проверят, у вас с собой практически не может быть багажа. Если вы багаж хотите докупить, то есть это нужно доплатить отдельно, там за собаку отдельно нужно доплатить. По-моему, кстати, я вот в этом году несколько раз ездила на УИГО, в прошлом, получается, уже, и собака стоила где-то 30 евро, а мой билет стоил 50 евро. То есть вот так вот. И багаж тоже будет около 30 евро. А так можно какой-то маленький багаж с собой взять, но там даже как-то очень мало сидений вместо под сиденьем. И сами сиденья как-то уже. В этих поездах нет какого-то определенного вот этого первого класса и так далее. Все одинаковые места. Вот, И какие-то вообще, любые напитки и так далее, там достаточно будут, в общем, дополнительно продаваться и по высокой цене. Но мне кажется, это интересная возможность, опять же, повторяю, можно купить заранее, там практически всегда билеты очень быстро раскупаются, но проблема в том, что вы их не можете ни в кассе, нигде купить, только в интернете, сами все распечатывать и так далее. И много направлений, сначала было мало, сейчас их все больше, и уже в 2015 году, то есть после двух лет запуска, это стало уже не при... вот эту вот нулевую прибыль порог прибыли преодолели, то есть он стал уже выгоден, вот, этот вот, вот это направление, вот этот проект, и они на него теперь делают акцент. Это очень интересно. И билеты, опять же, про Ниццу, я вам говорю, очень часто можно купить за 50 евро Ницца Париж. То есть это вообще маленькая цена. ТЖВ будет стоить 200-300 евро. Так что обратите на это внимание. Ну, конечно, нужно быть налегке путешествовать. У вас будет дополнительное видео в бонусах на платформе по этому. И K этому видео, Eh bien, alors, on y va. Aujourd'hui, le cours porte sur la révision du passé composé et de l'imparfait. Dites-moi, s'il vous plaît, vite, ce que vous avez déjà appris. Quelques phrases sur le passé composé, sur l'imparfait. Écrivez, s'il vous plaît. Vous pouvez m'écrire si vous avez retenu bien le sujet, si vous avez bien retenu le sujet, si vous êtes sûr de ce que vous faites, voilà, si vous avez appris 100% d'informations, si vous n'avez pas de problème, si ce sont des sujets qui sont difficiles ou faciles, voilà. Alors écrivez quelques commentaires, quelques difficultés, tout ce qui vous vient à l'esprit. Все, что в голову придет, пишите. по passé композе. Ну, такое достаточно, может быть, интересное для вас. Можете просто высказаться по поводу того, легко вам, сложно. Le passé composé, c'est un... voilà. une action achevée, alors limitée, bien, Olga encore. То есть, говорится и обозначается о каком-то действии, которое у нас завершенное, лимитированное. Deux verbes auxilier. Вспомогательные, вспомогательные глаголы на французском, это auxiliaire, avoir, être, voilà, encore. Разовое действие, ну не разовое все-таки. Точечное, давайте его назовем, point. Voilà, verbe plus это вы уже про, euh, говорите про формацию, oui. Прям перфект, кто-нибудь пишет. Напишите кто-то, вот, если все легко, скажите, я понимаю, все это невероятно легкие темы. И чтобы я уже себе отчет тоже отдавала. Сейчас посмотрим с вами то, что я вам приготовила. Но это опять же повторение. Помните все, Аида, браво. Так, attendez, attendez, сразу много так прислали. Не всегда очевидна разница между ними при переводе с русского на французский. Но с русского на французский трудно переводить, потому что у нас в русском языке есть очень много приставок разных, и они нам помогают. В французском другие способы. Уже на уровне А2 мы не будем с вами переводом так сильно пользоваться, когда нет точных рамок, которые точно отличают по секунду

Alors, le passé composé, c'est une action achevée liée au présent et limitée. Et les exemples je n'ai jamais mangé de grenouille. Hier, il a plu toute la matinée. То есть про passé composé говоря, отдельно можете посмотреть Marathon, марафон, если вы его ещё не видели. То есть это у нас действие законченное, связанное с настоящим и ограниченное. Например, когда вы говорите «Je n'ai jamais mangé «Я никогда не ел» или «Я вот, например, правда, никогда не ела лягушек», то жаме, Если вы вдумаетесь в это, это же все равно лимитировано сегодняшним днем, правда? Я же могу завтра, хотя очень странно для меня будет, пойти и словить лягушку и съесть. И уже жаме, вот то есть жаме это с сегодняшним днем связано. Вот в данном случае, когда человек про себя говорит, чувствуете это или нет, напишите плюс, если понимаете, что жаме это лимит, и еще мало того, что это лимит, и что это связано с сегодняшним днем. Ольга, не понимаю, вопросы, то есть не призон. Призон как раз-таки. Сегодня я вам говорю, что вот на данный момент, сколько у нас сейчас по Москве, 19.26 по Москве, 13 января 2021 года, я никогда не ела лягушек. Завтра я пойду, сделаю прорубь в каком-нибудь болоте и съем лягушку. Понимаете, это может быть, случится. Вуаля. Нет, ну смотрите, я не ем никогда, вы, это совершенно две разные фразы. Когда вы что-то говорите, нужно понимать, какую идею вы хотите выразить. Я не ем никогда лягушек. Если я скажу вам фразу эту, вы можете из нее сделать такой вывод, что я никогда не ела лягушек. Может быть, я ее съела, я наелась, я объелась лягушек в своей жизни и теперь их не ем. Это совершенно две разные идеи. Я никогда не ем лягушек и никогда не ела лягушек. Все понятно. Супер. Всем ли понятно? Напишите плюс. «Жаме» в пасе композе» – это лимитированное действие, которое означает, что я сейчас, на данный момент, валя. То есть, например, вы можете сказать «я никогда не была в Америке». Да? «Жене жаме и ты у На данный момент, надеюсь, границы когда-то откроются. Они уже, кстати, открыты, но если у вас есть виза, вы тогда можете поехать. И мы все туда съездим, кто хочет. Voilà. не буду с... это все сравнивать с английским. Дальше смотрите. Вчера шел дождь все утро. Все утро это у нас во французском языке обычно. С 8 до 12 мы говорим: вот это утреннее, утренний период. Я и ля плю, тут ля матине. Из этой фразы мы понимаем, что ночью не шел дождь, и что уже в обед не шел дождь. Понимаете? Значит, это действие лимитировано. Понятно или нет? Плюс напишите. Вот вы сейчас понимаете, смотрите теперь на импарфе, потому что примеры будут похожи. Именно вот вы говорили, что вам с русским трудно. Description «imparfait» – это описание, повторяющиеся действия, репетицию, абитюд, привычное действие, и аксион но лимиты, и действия, которые не лимитированы. И давайте посмотрим. Pendant les fêtes, il ne mangeait jamais de grenouille. Как вы думаете, что тут из вот этого Description, répétition, habitude, action non limitée. Глагол выражает «мауже». Потому что тут мы не говорим, что бы могло быть. Могло бы быть что угодно, и мы могли бы это объяснить, поставить другое время, вообще другое, даже не прошедшее. Но тут у нас «импарфе». Скажите, пожалуйста, что именно это «импарфе» выражает? Description, репетиция, habitude, action non limitée. Я специально выбрала этот пример, но сейчас дам еще другой, чтобы вы понимали, что это одно и то же. Пока не вижу. Репетицион. Ну, смотрите, а если я скажу, во время праздника он, всегда ходил букой, серый какой-то, грустный, в общем, ни с кем не разговаривал. Это вы тоже сразу? Дескрипсион, вуаля, voilà, Анастасия написала. Представим, что у нас праздник был, вообще там пир на целый мир, и прям лягушки на всех столах, а он ходил и не ел их. Это описание, то, кого, как он себя вел. Не... Обычно то, что касается репетиции, там есть какой-то указатель на то, что это повторялось. Каждую субботу, каждый раз, когда им предлагали лягушку, он не ел, понимаете, вот это вот. Или же привычка. Обычно он не ел лягушек, то есть мы тоже можем сказать. А тут в течение праздников он никогда не ел лягушек. Это описание. И даже вот тут жаме уходит. Видите, тут жаме не является лимитом. Тут скорее описание. Чувствуете эту разницу, что это, несмотря на то, что это одинаковые слова, акцент сделан на другое. Здесь мы описываем. Тут можно было поставить бы в пасе «композе», и было бы это как он ни разу не съел лягушек в течение праздников. То есть мы с описания делаем акцент на то, что этого ни разу не случилось, и тогда же здесь становится главным. То есть мы можем сделать и так, но тогда немножко изменится вообще смысл этого, этой фразы. Вы же можете делать, например, иногда описание, иногда констатацию факта. Язык, он должен быть таким мультифункциональным, что вы можете разные идеи им выражать. И здесь, когда мы им портфель употребляем, мы хотим именно описать то, как он вел себя в течение праздников. Нет, это указание того, когда это происходило. Точно так же, как ⁇ ЕР ⁇ не является лимитом. ⁇ ЕР ⁇ в 2015 году. Тут опять же, будет ли это какой-то лимит или будет ли это указание на действие, зависит от всего предложения. Здесь, когда это было, чтобы немножко понять вообще, разместить действия в вот этой вот временной линии в течение праздников. Можно ли сделать, можно ли сделать акцент на... То есть можно сделать акцент на ограниченности во времени в течение праздников. Можно, можно, я и говорю, но тогда вы делаете, констатацию факта, что он за праздники ни разу не заговорил, например, с кем-то, что было очевиднее. За праздники он ни разу, например, не выпил. Ну, представим, что это алкоголик. А вот за праздники ни разу не выпил, и это будет пандан les fêtes, il n'a jamais pris Да. А тут, когда мы уже в импарфе стоит, мы описываем. То есть имперфе – описывающее действие. Voilà. Именно. И это как раз-таки к тому, что вы написали, что вам трудно найти разницу между э, фразой на русском, вот когда вы видите по-французски. Понимаете, вот я там вам, например, сказала: вот эта фраза: "я и ля плю, тут ля матине. Тут может и не стоять тут ля матине, тут может быть просто "я и ля плю. Тут надо быть именно глубже смотреть в то, что человек хочет сказать. Когда я скажу, я il a или, например, cette nuit il a это я выхожу и констатирую факт. О, дождь прошел. Мне не обязательно говорить, чтобы кто-то понял, что я по секомпозе правильно употребила, и это вот прям надо мне обязательно объяснить всем. Нет, я просто говорю вчера, ой, дождь прошел, видно мокро, да, вот везде мокрые маленькие лужи. Это мы сейчас с вами такие моменты ищем себе, чтобы помочь. Но в принципе это может не стоять. Но человек скажет в пассе композе или в импарфет, в зависимости от того, что он хочет. Ваша главная задача понять, если я описываю, если я говорю о какой-то привычке, если, например, есть какие-то вот описание и так далее, то это будет эмпарфе. Если же это точечное действие случилось один раз, если я могу, например, м -м, лимитировать как-то еще действие более конкретно до 6, до 5 часов и так далее, то это будет по секомпозе. Если вы описываете, неважно что, это всегда будет имперфе. Любое описание – это имперфе. Потому что, когда мы описываем, мы концентрируемся на объекте, или на феномене каком-то, например, природы, и про него рассказываем. Понятно? Любое описание – это будет имбахфе. Супер! гениально. Сейчас будем делать упражнение. И смотрите. Pendant les fêtes, il ne jamais То есть мы, я вам говорила уже на уровне А1, и сейчас опять повторю. Когда мы про импарфе что-то делаем, то получается, как будто бы мы находимся в таком с вами прозрачном шаре, представим, и мы в прошлое перелетаем, не знаем вообще, что, где мы, но мы видим, что вокруг происходит. Это действия такие вот длительные. Вот мы видим, человек сидит, мимо него лягушек про, проносят под носами большими, а он не ест. Например, музыка какая-то играет, людей много. Это все будет в МПАХФЕ, все, что мы видим. И вдруг кто-то зашел, вдруг что-то упало, вдруг, например, свет погас. Это будет пасе композе. МПАХФЕ ⁇ это всегда фон для чего-то, обычно. Bien, у него va, va Давайте повторим примеры вот эти вот. И вы над ними еще дома, когда будете пересматривать аудио, подумайте. Но главное, вы не концентрируйтесь на том, какие у нас элементы есть такие прям совершенно очевидные. Концентрируйтесь на смысле. И два примера сейчас вот так прочитаю. Je n'ai jamais mangé de grenouille до сегодняшнего дня. И pendant les fêtes, il ne mangeait jamais de grenouille. И второй. Hier, il a plu toute la matinée. Hier, il pleuvait et faisait gris. Eh bien, давайте вспомним сначала. On va, on va travailler la formation d'abord. Je vous donne 5 minutes pour mettre ces phrases au passé composé. Это сложные достаточно фразы. Если у вас в passé composé были проблемы на уровне 1, вернитесь к уровню 1, вернитесь к марафону сделайте их. А сейчас у вас есть 5 минут, чтобы поставить это в passé composé. Allez-y. Напишите, пожалуйста, сразу все предложения в одном сообщении, чтобы можно было проверять, потому что по всему чату трудно очень искать.

то смысла не будет. Это раз. Во-вторых, я в любом случае никуда не убегу. Никогда не надо сравнивать себя с кем-то, что кто-то быстрее сделал. Тут я вижу, что несколько людей вообще уже 10 лет у меня учатся, в общем, и на B1 были, и на B2, то есть, может быть, на них и не стоит ориентироваться, что они так быстро сделали. У всех свой бэкграунд. Так что главное, чтобы вам было комфортно. И если вдруг вы будете смотреть, как другие быстро сделали, или я быстро сделали, то вы от себя же вот эти знания отнимаете. Он я все, я переворачиваю страничку. Если не сделали, нажимайте скорее на паузу и сами доделывайте. Он не ва. Мари и Жан се сон абрасе аван ле депар дю тран. Эмили се лаве ле визаж. Ле кондуктор а са пип пур фэр ун поза он это ли олягира шершель антфон они ну ну сам ну но ну сам подые путрувели консиння лики задавайте вопросы я все объясню но хочется услышать ваши вопросы потому что мне кажется что вы зададите одни вопросы а у вас будут совершенно другие вопросы и валя voilà. почему во втором не согласовали глагол у меня к вам такой же вопрос. Кто знает, почему во втором не согласовали такой же вопрос? Ой, не согласовали глагол. Я как попугай. Там же визаж, вам пишет Анастасия. И именно мы согласуем вот с этим... Все, сейчас я выберу другой цвет. Мы согласуем вот с этим все, если оно прямого дополнения. А прямым дополнением в данном случае является слово ⁇ визаж ⁇ Она себе помыла лицо. Это понятно? То есть, если бы просто было ⁇ она умылась ⁇,⁇ Эмили умылась ⁇,⁇ Эмили с ⁇ Лаве ⁇ и там бы было ⁇ Э ⁇ Но когда появляется слово ⁇ visage или ⁇ лема ⁇ и так далее, то получается уже получ... не сама умылась, а себе умыла да, ⁇ или помыла ⁇ Всем ли это понятно? Ставьте плюсы. Хочется мне сказать: а если бы закобы, как потому что это странный вопрос. Вы скажите в конкретном случае: я не понимаю ваш вопрос: есть ли косвенное дополнение? Что, какой Поставьте косвенную, сделайте мне фразу с косвенным дополнением, а я скажу: там согласуется или нет. Вы, когда вопрос задаете, сразу на конкретику ее как-то переводите, потому что можно еще какую-нибудь теорию выстроить, но нужно, чтобы посмотреть, правильно или нет, на реализацию. Так, в каком случае... Так, сейчас буду постепенно. Третья фраза ни у кого вопросов не вызвала, вторая фраза тоже ни у кого вопрос не вызвала. Не стесняйтесь, у вас шанс, вы будете огромные молодцы, если будете сейчас задавать много вопросов. Потому что вы помогаете тем людям, кто будет это смотреть в записи. Чем больше странных, любых вопросов вы зададите, тем им будет комфортнее заниматься, потому что им тоже эти вопросы. Там будет очень много людей. Вопросов будет еще больше, чем у вас, но хотя бы мы максимально приблизимся, приблизимся к тому количеству. Так. Подумайте еще. Нет, вы просто задали вопрос: ну как, вы хотите тут А поставить? Она помыла себе в лицо или что-то? Как бы это. Что такое после глагола ⁇ лаве ⁇ косвенное дополнение? То есть это не существует. Она могла бы умыться в душе, или там, она могла умыться в ванной, она могла умыться в реке, но это уже совершенно другая история. Она все равно умылась. Тогда будет уже согласовываться, разумеется, но это уже обстоятельства места. Так. В каком случае единственное число у? Смотрите, у, где у нас это третья, четвертая фраза, местоимение у заменяет у нас несколько вариантов, да? Это может быть кто-то, это может быть мы, это может быть какой-то такой говорят, то есть все. Мы согласуем это или грамматически, или по смыслу. Если вы согласуете по смыслу то в зависимости от того, кто это он, если я и моя подружка, мы две девочки, да, две девушки, мы будем он это ли, я по смыслу согласовываю, я ставлю и с ляфа. И это с глаголом не так очевидно, потому что в глаголе не произносится. Но, например, когда я, например, мы собрались на какую-то вечериночку, и мы смотрим на себя в зеркале, и видим, такие прям разоделись, и мы скажем он и белла, он и бель, и там будет бель женского рода и с на конце, правильно? Тут вопросов не возникает. Точно так же здесь. По смыслу согласуем с глаголом, ставим us. Можно, конечно же, например, если он это ли…» хотя вот с глаголом «але» трудно говорить кто-то сходил, наверное, кто-то пришел, может быть, он и виню, кто-то пришел, например, к вам. Там можно оставить совершенно один вот этот вот партисипасе, и ничего с этим не случится. То есть вы выбираете сами, возможно. Но с прилагательными всегда согласуют, и вроде и в числе, потому что, ну, вот уже связь очевидна. Так, скажите, пожалуйста, четвертая фраза, если понятно, что я тут объяснила. 4 плюс, поставьте, пожалуйста. Так. Забыли, почему в третьей фразе «avoir». «Le conducteur a sorti sa pipe pour faire une pause. Что такое «sa pipe»? Еще раз, да, что это за фраза? Все ли ее понимают? У нас была такая картинка. «Ce n'est pas une pipe», по-моему. «Ceci n'est pas une pipe». Или что-то в таком духе Знаменитая. Все ли знают, как это переводится? Пока вы уже придумали, как это переводится, все-таки скажу. Водитель, не водитель, наверное, как называют этого, который поезд ведет? Ну, водитель, наверное, машинист. Машинист достал, вытащил свою трубку, чтобы сделать паузу, то есть перекурить. Это какой-то старинный машинист, но ничего страшного. Так вот, почему здесь глагол ⁇ сортих ⁇ формирует по всякому с авуах ⁇ Потому что, Анастасия, вам нужно сделать марафон еще по глаголам. Обязательно нужно сделать марафон по глаголам по композе, и Евгении тоже. И всем, у кого возник вопрос, почему в третьей фразе вдруг глагол этха у нас формирует по композе с авуах, нужно сделать обязательно марафон. Так. Кондуктор нет, проводник, так, так, вынул ее, не вышел. <соединяющие> имеет достаной. Именно, <соединяющие> имеет достаной, я тоже так думаю. Именно, именно, да. Глагол сортир имеет несколько значений. И только в значении выйти куда-то или сходить в свет, выйти в свет, будет он формировать по секунду с этха. В остальных случаях Например, выгулить собаку, или же вытащить что-то из сумки, или можно какую-то фразу, например, он вдруг такое ляпнул это тоже «сортих». То есть быстро что-то сказать, такое неожиданное. Так вот, это будет уже с авуах. Прямое дополнение, потому что есть. Иметь что-то, как сказала, цитирую Анастасию, достанным, что-то, ну, как бы я не знаю сказать, вытащенным. Собака, если это выгуленным, то есть у нас в русском языке действительно так не получится красиво сказать, но вот такие образы вы должны для себя сохранить. То есть, смотрите, и таких глаголов несколько: например, descendre это же может быть спустить что-то, тогда я имею, например, спущенными на первый этаж чемоданы. Монте я имею, например, моте это что-то собрать, как шкаф-языке. Я имею собранным шкаф. Или же, например, глагол rentrer – это что-то, например, обратно вставить. Шкаф, который вытягивается такой вытяжной, вы его можете обратно rentrer Le tiroir – это «тиреть», это «тянуть», и вот «le tiroir» est rentre, Да, «rentrer». «Vous avez rentré le tiroir». Или же, например, «машину в гараж» – это тоже rentré. То есть такой достаточно большой список тех глаголов, которые в зависимости от того, есть ли у них прямое дополнение или нет, формируют с обоими глаголами связкой. Глагол, который мы часто путаем, это глагол passé, потому что глагол «passer», «savoir» – это, например передать кому-то что-то. Мяч передать – это пас. Je passe la balle à mon partenaire. Или же passe du sel – передать соль. Или passe un message – передать какое-то сообщение. Passe также может быть savoir – это провести время. Тоже прямое дополнение – провести время. «J'ai passé trois jours à Paris», «Я провела три дня в Париже», «J'ai passé de belles vacances», «Я провела красивые и замечательные каникулы». «A а passé с être, это, например, «зайти куда-то», «J'ai passé à la poste», euh, «Je suis passé à la poste», pardon. «Зашла на почту», или «Je suis passé chez des amis», «Зашла к друзьям» и так далее. Угу. Mm Супер. -hmm. Скажите, пожалуйста, понятно? Три плюс поставьте, если понятно, почему здесь «avoir». Супер. И еще момент, вот это вот согласование, видите, прямое дополнение, косвенное дополнение, вот это все с глаголами возвратными нужно повторить. Супер, genial, maintenant. А если вдруг у вас с этим проблема, не волнуйтесь, просто сделайте марафон по пассе композе, и у вас не возникнет больше никаких вопросов, я вас уверяю. Там очень много упражнений. Там, по-моему, 22 урока. Voilà. Он это возможно, Смотрите, вы даете вопрос, задаете вопрос, возможно ли написать али -э», правильно? А я хочу вам задать вопрос: можно ли, получается, что вы говорите об одной женщине? Можно ли одну женщину назвать он? Потому что это главный вопрос: не можно ли согласовать, а можно ли одну женщину заменить на местоимение он? Глаголы по, по управлению глаголов нет, но в курсе А1 есть такие темы, и в этом курсе у нас тоже будут есть наверное, такие темы. Я бы сказала: почему мужчину можно? Скажите, нет, если мужчину можно, то и женщину можно. Что это за такая дискриминация? Когда вы говорите он не «толи», не согласуя, он здесь не мужчина зачастую. Он ⁇ это грамматическое согласование, когда ум ⁇ это местоимение единственного числа мужского рода третьего лица. Тут мы не с каким-то конкретным мужчиной это согласуем. Безличные конструкции – это те действия, которые никто не выполняет. Вы не путайте это. Безличные конструкции – это, например, тепло, холодно, жарко, идет дождь. Вот это безличные конструкции. И безличные конструкции в французском языке выражаются с местоимением «иля». «Il фэ бо», «il шо», «il фо», «иль neige» и так далее. Это не безличная конструкция. Кто-то пришел, это не средний род в русском языке. Uh, смотрите, он, он ли можно сказать, женском. Вообще, то есть, как еще раз повторю, он может заменять кто-то, например, кто-то пришел, все во Франции ужинают в 20 часов, en France, on dîne à и нас. Он этале, au jardin, он и так далее. И, например, он можно заменить какого-то конкретного человека, даже говоря на ты. Маленький ребенок дуется, и мы, например, можем в русском языке, чтобы вы понимали аналогию, подойти к нему. Ну что мы дуемся? Ну чем мы недовольны? Понимаете? То есть, хотя недоволен из вас двоих будет только один ребенок, вы можете подойти к нему и так сказать: можете или нет? Чувствуете, о чем я говорю? Точно так же вы можете подойти к французскому ребенку и сказать, Пуху он и Почему мы грустные?» «Имея в виду, что он грустный» Или, и так далее. Это вот один из примеров. Точно так же можно, например, говорить о ком-то немножко создавая дистанцию, например, о королеве условно, вы в какой-то книге можете прочитать «Королева пришла», «Королева ушла» или даже вот во множественном числе об одном человеке, когда мы говорим «пришли», хотя мы имеем в виду «королеву». И там можно сказать он est venu», да? «on vous a demandé de «вас попросили прийти». И вот там местоимение «он» будет заменять одну женщину, и там можно будет согласовывать. Это понятно? Супер, гениально. Mm -hmm. То есть вы вопрос не на согласование, вот акцент ставьте, а на то, кто он. Maintenant l'imparfait. Даю вам 3 минуты pour mettre ces phrases à l'imparfait. Allez-y. Et bon, on y va. On va corriger encore une fois. Si vous n'avez pas fait, si c'est trop difficile pour vous, vous mettez en pause et vous faites quand vous pouvez, quand vous terminez vous-même votre exercice. Проверяем, проверяем. Если вдруг не доделали, опять же, останавливайте, à дальше Eh bien, alors nous étudions la géographie deux fois par semaine. Hein? Il voyageait tous les mois quelque part. Hein? Vous voyez vos parents souvent. Ils ne croyaient pas en cette histoire. Je commençais à m'habituer. Et voilà. Alors dites-moi, s'il vous plaît, quelles questions vous avez. Вопросы pour Il est tout 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, я под вопросом. Гениально. что вы fait ала вы fait вот это упражнение делаете дома, у вас на платформе будут еще дополнительные упражнения и по-пасекомпозе, и по-эмпафет, и по-пасекомпозе, и импафет. То есть вы еще раз перевариваете все, что я вам рассказал сегодня. Делайте это упражнение, и мы с вами его проверим. То есть это упражнение, где нужно выбрать между пассе композе и импарфэ. Я вам рекомендую сделать одним способом. Потом попробовать, наверное, если вдруг сомневаетесь, поставить глагол в противоположном времени. То есть, если вы поставили импафэ, поставьте passé composé. И посмотрите, что выражает: логично или нелогично. И тогда уже будем ориентироваться. И текст d'aujourd'hui, текст сегодня маленький такой Voyage entre solo. это м, предложение путешествовать тем, кто не нашел свою любовь. То есть сейчас во Франции, ну сейчас вообще с путешествиями туго, но вообще разработали такие программы, где приглашают только если целибатер. И вот небольшой такой анонс. Я читаю, вы слушайте пока, не смотрите никуда. И у него. Après tout, ce n'est pas parce qu'on est seul ou qu'on ne peut pas partir en vacances, et explorer les quatre coins de la planète. Qu'on ne peut pas, pardon, partir en vacances, et explorer les quatre coins de la planète. Alors, si vous aussi, vous n'avez pas encore trouvé l'amour, mais vous rêvez de prendre l'avion pour l'Europe, l'Asie ou n'importe quelle destination qui vous attire depuis belle lurette, n'hésitez plus et réservez votre circuit en groupe entre solos. Скажите, пожалуйста, как вам этот текст, насколько вы понимаете, сейчас будем разбирать. Он достаточно легкий, есть не как, несколько выражений именно, которые сложные, и вам нужно их запомнить, чтобы уже более красивая речь была такая. 100% Людмила, понятно, 80% Соня, 70% Ольга, «Жениаль, он вавуар». Алло, пуп. это значит иметь ветер в корме, попутный ветер мы говорим, то есть значит это иметь успех, развиваться. Avoir le vent en poupe. Дальше. Les quatre coins de la planète, это значит по всему миру, дословно четыре уголка планеты. Ensuite, vous rêvez de prendre l'avion. Обратите внимание, n'importe quel, причем quel вы можете менять на множественное число, пардон, мужской род, на quel мужского рода можно поставить. И это важно, это будет приводить как любое, в любую сторону. Например, N'importe quel décision, любое решение, я от тебя жду любого решения. Или, например, N'importe quel персон неважно какой человек, Ну, это странное предложение, но все равно. То есть это должно быть понятно именно организация. Любой во французском это неважно какой. Смотрите, attirer – это притягивать, именно только так это надо запомнить выражение немножко, я бы не сказала, что оно устарелое, устаревшее, но его не очень часто употребляют. Точно так же, как сколько лет, сколько зим, вы часто говорите. Это вот такое выражение, что это значит, что очень давно вы что-то хотите, belle и вот в общем не сомневайтесь, сейчас у вас есть шанс. Сиркуи это помните, я вам рассказывала, путешествие такое вот, когда есть несколько, например, пунктов, и вы куда-то приезжаете, например, в Париж, и посещаете Леон, может быть, Бордо, может быть, еще Ла Рушель или Тур, и возвращаетесь обратно в Париж. То есть в голове может быть небольшой такой круг образоваться, но не всегда, разумеется, это такой круг ровный. Это может быть просто несколько, две-три еще каких-то точки, где вы останавливаетесь и возвращаетесь обратно. Это называется «сиркви». «Антре соло», «соло» здесь называется «либатер». Вот так могут uh, «je suis solo», «je suis можете услышать. Понятно ли это? Что вы делаете с текстом? Как всегда, вы их читаете, там будет начитано медленно и в среднем ритме, работать с чтением и, и учите слова, которые вы не знаете. На сайте у вас будет еще видео, и еще будет аудио на транскрипцию. Сложное достаточно, и это настоящее то, что мы обсуждали с, по телефону с одной моей знакомой. Вот, вы все услышите. В общем, вам надо, это будет на слух восприятия, на вопросы ответить. Алло, сэйтуп, сегодня было длинное занятие, поскольку мы с вами в курс водили некоторых именно объясняли какие-то моменты, которые курсу присущие будут. В следующий раз, конечно, такого не будет. Будем тренировать только. И, в общем, занятия будут в среднем длиться 30-45 минут. Voilà. C'est tout. J'espère que vous êtes pas trop fatigué. Не устали? Слишком. Я знаю, что вы устали, конечно, что вы не слишком-слишком. Eh bien, génial. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se voir avec vous vendredi. Au revoir. À bientôt.